В чем проблема? В чем проблема? Я что, кому-то закрыл движение сейчас? Да, базару нет, когда я вам в крыльцо его поставил, потому что вы уже охамели, ну, ваша организация, скажем так. Просто охамела. Организация. Вы не собственник этой. Базару нет, вы там сфотали, ГАИ вызвали, меня там вы***ли, как этого, как Сидорову козу, блядь. Штраф написали, нате. Это можно решить нормально. Да? Это мне надо было зайти, там, девочки, пожалуйста, там, тыры-пыры. Или как вы хотите? Пожалуйста. Ну а почему вам не подойти? Пожалуйста, вот ну можно, вот у меня маленькая машинка, можно я буду здесь ставить? Почему вы не подошли ко мне? Почему человек должен спрашивать разрешение, это не ваша земля, не ваша собственность? Вы сами ответили на свой вопрос. Почему я должен спрашивать разрешение? Я подъехал, я смотрю, здесь я не встану на большой машине. Я встал, движению не мешаю, люди прошли. Кому надо, подъехал. Вы создали аварийную ситуацию, человек не мог выехать. Куда? У нее была возможность. Вот, вот, вот из этого треугольничка. Либо ваша. Давайте машина, я ставлю машину на место. Вызываете ГАИ и вызвали. Скажем. А, вызвали? Да. Ну, что аварийная ситуация, что она выехать не могла. Она мне машину поцарапала. Кто эту аварийную ситуацию создал? Я создал. Здесь вообще-то не дороже, ну, не движуха, ну, магистраль. Я разбираюсь. Кем она будет разбираться? С вами. На каком основании? Что я сделал такого? Я приехал домой, машину поставил, пошел домой. То есть вы можете ставить ее где угодно, по вашему мнению, да? Главное, чтобы она не мешала ни движению, ни она переходу мешала, людям. Она не мешала, вы считаете, да? Нет. Отлично. Ну. Хорошо.